Привет! Мы на канале «В гостях у Барбоса», и сегодня мы хотим вам дать несколько советов, как себя вести перед тем, как выходить на прогулку с собакой. В этом нам поможет этот чудесный лабрадор Тиффани. Первая ошибка, когда мы вводим собаку в возбужденном состоянии. Надо подождать, пока собака успокоится. Вторая ошибка, когда хозяин позволяет собаке выбегать из двери, и будь это квартира, дом или вольер, впереди него. Сначала хозяин должен выйти сам, потом через небольшую паузу позвать собаку к себе. Сейчас мы вам продемонстрируем, как это должно быть. Вот так это должно быть. После того, как мы вышли, мы снова делаем небольшую паузу. Идем, закрываем сердечко. На сегодня все. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч!